Добрый день, уважаемые коллеги, прекрасные дамы, меня зовут Сергей Григорьев, я врач-косметолог, тренер компании Мезопроф по инъекционным методикам. Если вы работаете с препаратами компании Мезопроф, то вы прекрасно знаете, что с помощью препаратов компании Мезопроф мы ставим старение на паузу. Сегодня я вас познакомлю с целым направлением компании, новым направлением, совместным брендом с нашими корейскими коллегами, с помощью которого мы не просто ставим старение на паузу, а поворачиваем процессы старения вспять. За счет чего это достигается? Секрет прост. В состав данных препаратов нового бренда NewLeak входят ПДРН, полидезоксирибонуклеотиды. Это один из современных трендов косметологии, который представляет из себя последовательность нуклеотидов, которые получены из молок лососевых рыб. Почему бренд NewLeak и почему с помощью него мы можем повернуть старение вспять? Ну, дело все в том, что ПДРН в организме обладают абсолютно широким спектром воздействия и способны влиять на разные звенья патогенеза старения. Ну, давайте разбираться во всем по порядку. У нас есть три препарата: NewLeak Killer Strong, NewLeak Killer Light и NewLeak Killer Combi. Все они содержат ПДРН, но в разной концентрации. NewLeak Killer Strong – это ПДРН 2% и 1 мл препарата в шприце. NewLeak Killer Light – это ПДРН 1%, но объем препарата 2 мл. И препарат NewLeak Killer Combi – 0,5% ПДРН в составе, 3 мл, и плюс ко всему он содержит гиалуроновую кислоту. NewLeak Killer Strong и NewLeak Killer Light гиалуроновой кислоты не содержат. И это сделано сознательно. Мы прекрасно понимаем, что ревитализант обладает определенным набором свойств, и если мы хотим проводить ревитализирующую терапию дермы, в нашем арсенале есть масса продуктов, которыми мы можем это сделать. Но если мы хотим работать на тех участках лица, которые подвержены интенсивным отекам, да, периорбитальная область, область малярных мешков, мы всегда с осторожностью применяем на данной области ревитализанты с высоким молекулярным весом. И для этой цели, конечно же, будет удобно использовать NewLeak Killer Strong, который содержит большое количество ПДРН и при этом не содержит гиалуроновой кислоты. Он никогда не вызовет отек. Это идеальный препарат для омоложения периорбитальной области, который будет убирать и морщины гусиные лапки, и уплотнять кожу периорбитальной области, фактически решая все проблемы старения данной области. Как работают ПДРН? Давайте посмотрим. Есть несколько основных механизмов действия ПДРН. Самый первый механизм – ПДРН воздействует на факторы роста. Конечно же, нас, как практикующих косметологов, интересует фактор роста фибробластов. И ПДРН стимулирует его. Да? Соответственно, фибробласт начинает чувствовать себя адекватно, начинает синтезировать коллаген, коллаген начинает нормально, пространственно организовываться, и за счет этого кожа уплотняется, подтягивается, это дает нам лифтинг и выравнивание дермального рельефа, уменьшение выраженности кожных заломов в той или иной степени. Это одно из действий препарата. Второй механизм действия ПДРН – это стимуляция репаративных процессов кожи. Когда могут применяться препараты с этой целью? Когда к вам обращается клиент с чувствительной, раздраженной кожей, кожей, на которой есть свежие рубцы, стрии, да, когда нам нужно усилить репаративный потенциал кожи. Ну, в том числе, конечно же, можно работать данными препаратами у клиентов с акне, с постакне, да, и вот с нестойкой такой ремиссией данных состояний. Плюс ко всему, почему выгодно использовать данный препарат у этих клиентов? Потому что, помимо всего прочего, ПДРН обладает иммуностимулирующей активностью, и за счет этого такие состояния, как акне, купируются в разы быстрее. Это второй механизм действия препарата. Третий механизм действия основан на стимуляции неоангиогенеза. То есть те области, куда мы инъецируем ПДРН, активно начинают расти сосуды. И это дает нам адекватную васкуляризацию тканей, улучшение оксигенации, и как следствие, да, ткани начинают лучше функционировать, лучше выводятся продукты обмена, и как следствие ткани становятся более молодыми и здоровыми.
Четвертый механизм действия ПДРН основан на пролиферации дермы. Да? ПДРН стимулирует пролиферативный потенциал клеток. И почему это важно нам, как практикующим косметологам? Потому что ПДРН способен наращивать дермальный лоскут. Мы все прекрасно знаем, что с возрастом, да, эволютивные процессы приводят к тому, что дерма истончается, происходят процессы эластоза, и нам надо с этим что-то делать. Вот как раз, когда мы инициируем ПДРН, мы фактически вызываем ремоделирование дермы, да, на рост дермального лоскута, обновление клеточных структур, и за счет этого достигаем прямого омолаживающего эффекта. Вот то, о чем я говорил, почему мы не просто ставим старение на паузу, а поворачиваем его вспять, потому что ПДРН – это фактически регенерант-репарант еще с ремоделирующей активностью. И именно у клиентов с мелкоморщинистым типом старения, с усталым морфотипом, эффект от ПДРН заметен очень быстро и сразу. И если мы даже посмотрим на курс применения ПДРН, то мы увидим, что в отличие от стандартного курса биоревитализирующей терапии дермы, применение ПДРН включает в себя 2-3 сеанса с интервалом в 2 недели. То есть короткий курс, но результативность крайне высока. Когда происходит нормализация активности фибробласта, это в среднем занимает 1,5-2 месяца, мы видим как раз изменение дермального рельефа, улучшение качественных показателей кожи и омоложение, лифтинг-эффект. Ну и теперь пройдемся по самим препаратам. Nulink Healer Strong идеален для пациентов возрастной группы 40+. Для антиэйдж терапии препарат может применяться как в периорбитальной области, так и по всему овалу лица, по шее, по декольте, абсолютно без проблем. И как раз, когда мы его применяем на периорбите, мы можем быть уверены, что он никогда не вызовет отечность пастозных тканевых структур. И это важно у клиентов с деформационно-отечным морфотипом старения. Препарат Nulink Healer Light содержит в своем составе 1% ПДРН в объеме 2 мл и может использоваться более широко у более молодых клиентов, где-то 30+, 35+. Мы можем его применять как для профилактики возрастных изменений, так и для терапии таких состояний, как акне, рубцы постакне, для стимуляции выработки нативной гиалуроновой кислоты и для как раз стимуляции репаративных процессов кожи. И третий препарат Nulink Healer Combi включает в себя ПДРН 0,5% и 1% гиалуроновую кислоту. Сочетает в себя действие и репаранта, и ревитализанта, и может активно применяться у всех клиентов старше 18 лет с ревитализирующей целью, с целью иммуномодуляции, с целью увлажнения, ну, фактически как добротный ревитализант, еще с массой положительных эффектов, которые дают ПДРН. По поводу курса процедур. Если мы инициируем препарат Nulink Healer Strong, он будет применяться курсом из 2 процедур с интервалом 2 недели. Если мы применяем Nulink Healer Light, это 3 процедуры, также с интервалом в 2 недели. Ну и у препарата Nulink Healer Combi стандартный ревитализирующий курс, его можно применять курсом от 5 процедур, также с интервалом в 2 недели. Все достаточно удобно, просто и понятно. В чем еще плюс ПДРН бренда Nulink? В том, что их можно идеально сочетать с любыми ревитализантами компании Мизопроф, не опасаясь при этом там, введения большого количества гиалуроновой кислоты. То есть вы можете вести любой ревитализирующий курс препаратами компании Мизопроф и с целью коррекции возрастных изменений в этот курс включить, допустим, Nulink Healer Strong по периорбитальной области. Будет мощный эффект и, как следствие, более эффективная терапия данных состояний. Также в новый бренд Nulink входят еще 2 препарата, в составе которых нет ПДРН, но при этом они заслуживают не меньшего внимания. Первый препарат – это V-Slim Nulink. Препарат является липомодулятором. Ну, как принято говорить, непрямой липолитической активностью он обладает. За счет чего данный препарат эффективен? Препарат содержит в себе непрямые липолитические комплексы, дренажный комплекс и комплекс, обладающий противовоспалительным действием. Основной акцент в применении препарата сделан на
коррекцию лимфостаза. У нас много клиентов, ну где-то 80% клиентов славянского морфотипа – это клиенты с деформационно-отечным морфотипом старения. И вот для них будет идеально применение препарата Веслим в качестве подготовки к коррекции локальных жировых отложений, что летом является достаточно актуальной процедурой, в качестве дренирования кожных покровов перед применением препаратов на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Также препарат Веслим можно применять в качестве дренажа у клиентов с деформационно-отечным морфотипом перед постановкой нитей ПДО, перед процедурой постановки векторного лифтинга жидкими бионитями компании Мизопроф. То есть спектр применения достаточно широк. За счет того, что он обладает максимальными дренажными свойствами, уменьшает пастозность лица, улучшает лимфодренаж и может активно применяться у тех клиентов, у которых вот эти вот тяжелые лица, деформационно-отечный морфотип старения, и у которых нужно быстро и эффективно убрать отечность и пастозность лица. И заключительный препарат, о котором сегодня хочется рассказать, это препарат Nulix Skin Booster. Тоже препарат очень интересный. И в чем его изюминка? Да, препарат является скинбустером по своей структуре. И очень интересный объем. 2 мл – это тот объем, которого как раз хватает, допустим, на процедуру биоармирования лица. Для векторного лифтинга, если мы применяем, для конюльного лифтинга, объем вполне достаточный. Также этого объема хватает для коррекции колец Венеры, к примеру. И вообще, мне очень нравятся препараты скинбустеры. Почему? Потому что они сочетают в себе действие, с одной стороны, стабилизированной гиалуроновой кислоты, то есть они дают хорошее наполнение ткани, коррекцию дермального рельефа, а с другой стороны, они обладают эффектом длительной ретардной ревитализации. То есть свою ревитализирующую активность данный препарат будет оказывать, ну, как минимум в течение 3 месяцев, пока происходит биодеградация гиалуроновой кислоты. Поэтому препарат интересный с двумя действиями, с ревитализирующим действием и с эффектом дермального заполнения. Будет вам надежным помощником в терапии возрастных изменений, в заполнении поверхностных кожных заломов и в комплексной коррекции, контурной коррекции овалов лица. В учебном центре компании Мизопроф проводятся семинары как раз по направлению Nulix, где мы подробно разбираем, как работать с препаратами, которые содержат ПДРН, даем техники инъецирования Nulix Skin Booster и обсуждаем, в каких случаях можно сделать эффективный дренаж и липомодуляцию препаратом Veslim Nulix. Приходите, ждем вас!